Я проверяю сейчас, все ли в поле Меркаба, в едином нашем поле. Мы касаемся вашего подлинного сердца дома. И я призываю всех ваших кураторов, наставников, хранителей, все, кто уполномочен за ваше движение, путь, изначальную клетку памяти, изначальный дом. Разливаясь эликсиром, центрируясь через вашу макушку, мы издаем звук призыва всех-всех ваших частей души, всех ваших аспектов, атрибутов, духовных опытов в одно единое целое для каждого из вас. Собирая всю вашу силу, на Меркаба мы перемещаем вас в изначальную световую пирамиду сознания. Туда, где вы есть изначально совершенны во всем. Вы в самом центре этой пирамиды, центр сердцевина Солнца. Это есть кристаллическая пирамида, кристаллическое живое сознание, разум. Меркабическая пирамида сознания, которая требует реставрации. И мы созываем все-все-все ваши части, миллионы, биллионы ваших частей, издавая звук того, что вы тот, кто пришел, находится в изначальной пирамиде света. Тем самым вы покидаете старые платформы, и мы, все кураторы, все хранители, наставники находимся здесь, вокруг вас. И заливаем это ваше пространство квинтэссенцией, эссенцией безусловной чистой любви. Из самых высочайших сфер вы растворяетесь и распадаетесь на множество частей с этой квинтэссенцией, становясь одним единым полем безусловной любви, света. Мы еще подаем вам энергию, и все, что не служит вам, все низковибрационные частоты, они покидают эту пирамиду, потому как они не могут здесь присутствовать. Все остается за пределами этой пирамиды, вы есть в самом центре. Вы начинаете сотрудничество с гранями пирамиды, гранями Меркаба. Те, кто ответственен за вас, передают вам здесь необходимые атрибуты, которые зажигают необходимые кристаллы лично для каждого трансперсонально, то, что для вас будет служить в этих координатах здесь и сейчас. И теперь, если вы даете согласие, то все сущности старого порядка, которые манипулируют вами, а все сущности есть сознание разных частот, которые издеваются, используют тела ваших клеточек сознания, мы интегрируем 100% свет. Любовь, 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 мы подаем еще чистоты. И я приглашаю каждому из вас сюда, здесь, в эту кристаллическую пирамиду сознания, пирамиду света, изначальной пирамиды все сознания,
есть пирамидальные станции, террасы. И когда вы доходите до своего изначального «Я», то вы есть одно единое целое – поле. И здесь же, вливаясь эликсиром, светом, любовью с подлинных миров, мы полностью заполняем вашу пирамиду света. Вы растворяетесь в этом свете полного освобождения. Абсолютного. Потому как эта пирамида через свой центр имеет связь напрямую с изначальным домом, изначальным светом, центральным светом, центральным солнцем, которое питает здесь вас напрямую. Все старые программы перепрограммируются в изначальную клетку, и ваше высшее «Я» есть стихиальный, всеобъемлющий, всемогущий, невероятный, неземной любви. И я приглашаю его сюда, каждому из вас, и к целому, для того, чтобы он здесь, в этих мерностях, произвел необходимые действия любви, сливаясь с вами. И каждый раз, вновь и вновь, от каждой нашей встречи, пока вы не станете одним единым целым полем эликсир, одним единым сознанием, когда ваша душа целого, пирамидальная кристаллическая станция единый разум полностью не придет к созвучию с целым единым, вашим совершенным изначальным «Я». Мы раскрываем ваши изначальные совершенные сценарии, клеточки, и закрепляем их здесь, в этих изначальных мирностях вашего совершенного сознания. Ваши совершенные сценарии, потому как вы выбрали путь, придя сюда, изменить свою жизнь навсегда. Потому как вы услышали этот звук, так или иначе, случайности не существует. Есть договоренности и смирности, где вы пребываете. И мы безмерно любим вас, потому что каждый из вас есть изначальная клеточка любви, изначальная станция всеобъемлющей любви. И мы принимаем все-все-все, все ваши опыты. И если вы позволите нам, растворяя в клеточках, старых, мертвых клеточках, сознанием, не раскрывая те боли, да, растворяя, раскрывая на их месте новые изначальные клетки вашей совершенной памяти, изначальных полей, форм жизни, формы новой жизни.